всей семьей в Лидский замок в рамках просветительского проекта «Родительская неделя» на базе главной достопримечательности нашего города работники Лидского историко-художественного музея организовали работу интерактивных площадок. Семейные пары и их дети смогли принять участие в играх и забавах, проходивших во внутреннем дворе замка, узнать больше о застольном этикете Средневековья, пройти увлекательный квест и не только. На протяжении всей родительской недели для семей с детьми при посещении Лидского замка действует 40% скидка. Воспользоваться ею можно будет и завтра, 21 октября. Перший день, например, працавали такая интерактивная так само пляцовка. Мы предоставляли разные такие предметы игровые у стиле середнявечча, тямбары, серсо, ходули. Поэтому ты их тоже дал, могли трошки позабуляться тут у нас на территории замкового двора. Погода была добрая, теплая, не сегодня, не вчера, як ли еду аж, поэтому было довольно цікаво. У нас працавала интерактивная пляцовка на 6-м ярусе вежи Гедемина «Скарбы археологии». Там можно было разглядеть разные предметы, археологичные находки на территории нашего замка, что были знойдены, або на территории Лиды, Лидского района, довольно цікавые речи. Ну, так само приеднять удел, что-то такое на кшталт раскопок, где у нас есть такое место, там песок, и мы постарались собрать разные какие-то интересные такие речи, фрагменты керамики, старые монеты, и люди сами вот так трошки гребали все в песку, как бы уявляючи себе, что они археологи, а детям так на угол бы нести, нечто было интересное знайти, и, как бы почуть себе, что-то вроде ученых, археолога, затем, такие, так само для них пропоновались кроссворд, не складанное питание, было довольно цікаво.